тоже. Тоже дизентерия. Неужели нельзя... У вас одна ассоциация. Все, ассоциация это одна? Ассоциация одна. Значит, вы плохо работаете? Меры принимаются, с поставщиками расторгаются контракты. А почему ты продолжаешь? Есть недобросовестных поставщиков, но вся продукция на наше предприятие заходит со всеми документами, подтверждающими качество. Я поняла, к чему клонят родители. У меня вот такой вот тоже вот вопрос. ВАО и ВАО, у нас там, вот вы не пробовали через ассоциацию выяснять, у нас один поставщик твой? Разный, разный. Это однозначно могу сказать, потому что разница. Там предварительно было масло, но опять же, согласитесь, это тоже молочная такая вот продукция. Это очень странное совпадение для такого маленького промежутка времени. То есть в этом ракурсе кто-нибудь вообще это попросил? Поставщики были разные, это изучали и Роспотребнадзор. А есть один поставщик, что поставляет? Может, воду, один поставщик или фрукты, овощи? Практически не совпадает. Тогда то есть единого поставщика не было. Я повод там, да, я пойду здесь поработаю, я пойду себе в другой. Тогда нам надо список поставщиков на декабрь еще ответы, чтобы самим сравнить. Да, вы нам дайте свой список поставщиков, а мы найдем списки других. Вы знаете, я вот не удивлюсь, что если бы в наши руки дали расследование, уже бы вчера найден был виновный. Но почему-то, поскольку это не в наших руках, и никто не заинтересован так, как мы заинтересованы в этом расследовании, никто еще, ну как бы, еще виновный. Да, уже тот творог или та вода, которая была поставлена в декабре, она уже давно выпита, съедена, уже 100 раз, и уже коровы пущены на мясо. Господи, вот, а до сих пор еще не найден виновный. Еще немножко тема. Значит, не так хотят этого найти. Вы говорили, что в школе, в садике подписывают родители, ну, такой документ какой-то, где видят, что представляют. Ну, да, а если родители не подписывают? А в каком сад, а в какой сад ваши дети ходят? Это Братиславская улица. Да, это то есть, когда вас ночью снимали, да? Отмывал Конкорд, была информация, ночью сад отмывал Конкорд. Нет, наш сад не снимали. Не снимали? Не путали планов. Ночью прятались, снимали их, и они прятались. Это как раз тот вопрос, который я задавала 12 февраля, вот вы мне на него отвечали. А ваши дети тоже пострадали? Да, я вот... Ваши дети не пострадали? А тогда что вы здесь делаете? Да, я поняла. А, для чего вы тогда здесь? Мне кажется, здесь собрались мамы пострадавших детей. Я всех приглашаю. Нет, приглашаю. Ну, вот Наталья уже не пустили, а может она тоже, вот у нее это... Наталья, наверное, живет в Братиславске. Да какая разница, где она живет? А может, она живет рядом со мной? Да, знаете почему? Потому что каждый... Просто я, каждый, вы знаете, я сидела, да, и у меня было почему вот как... Каждый должен отвечать за себя, понимаете? Наталья, которая живет в Восточном округе, сейчас будет задавать вопросы к Юго-Восточному округу. Я не могу отвечать за комбинат питания «Витого дня». Хорошо, вы можете мне ответить на вопрос? Я просто не успела 12 февраля ждать. Сотрудники ночью вот, в халатах, в масках прятались от мамы, которая их снимала. Вот. Почему они прятались? Вот есть видео, 13.57. Она вызывала полицию. Вы вообще из этого сада? Оттуда все сотрудники убегали. 13.57 это комплекс, девушки. Не будет. Алина, а ваш ребенок из какого сада? 436. С какой? 436. А это где такой сад? Это на... 436. А, то есть вы даже не знаете, где сад вашего ребенка находится? Ну, я с ними. Что? Я с ними не живу, у них сейчас, я не буду раз... Так тогда что вы здесь делаете, вы знаете? Я слушаю сейчас вас. Я слушаю вас, чтобы мои дети тоже, ну, я не буду называть фамилию, чтобы они не... Такое чувство, просто заняли такую сторону, что ни вашим, ни нашим, мы будем там вам подтягивать. Нет, вопрос, почему сотрудники прятались ночью, когда их мама снимала, они там пугались. Да, вот видео, вы говорили, что вы это видели. Прокомментируйте, почему это было... Ладно, ночью я допускала, потому что это принесло. Почему они прятались, когда приехала полиция, все убегали? Вот. А может, это... Ну, это может быть и наша подразделение. Там же их несколько садов. Ну, там написано. Десятое подразделение. Да не важно. Ну, а можно еще... Наш сад не снимали. Вот можно вот просто вот... Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Почему вот сотрудники прятались? Почему что вот они так испугались-то? Ну, отмывали. Нет, да. Ну, ситуация в том-то и дело, что когда проводится расследование, да, сначала берутся смыло, отбираются пробы, вода берется. Все исследования проводятся сотрудниками Роспотребнадзора.
Роспотребнадзора. То есть это были сотрудники Роспотребнадзора прятались? Сотрудники Роспотребнадзора проводят расследование. После проведения расследования, да, даже когда берут со стула, это агрессивная среда. То есть везде, где были соприкосновения при взятии снова, это обрабатывается. Это вам любой сотрудник Роспотребнадзора. То есть это надо помыть и отмыть. То есть посуда проходит полностью весь этап мытья, не пропрятали инфекции и все. Это мне просто чьи сотрудники прятались, почему не отвечали на вопрос мамы? Вот просто кто эти люди в халатах, которые выключили свет и спрятались, когда увидели, что снимают? Пряталась? Дезинфекция, значит, смотрите, тут этап какой? Наша контора, это помещение, да? Перед обработкой АДС-станция по предписанию Роспотребнадзора проводит заключительная дезинфекция в очагах проводилась официально. Это заключительно, а это получается в период вспышки 23 декабря. 21-го. Вот 21-го, 12-го, 2018-го уже. 0-0-0-0. Можете показать? Вам показать видео? Послушайте. Вы задали вопрос. Смотрите, мы же вам объясняли, да? Потом это все нужно отмыть. Отмыть и подготовить. Так это только отравили дети. Да зачем потом? Говорят, с 20-го на 21-го. Я вам могу зачитать, как это было. Это родительство? Да. С 20-го на 21-го. Судья, мне сейчас тяжело говорить, какая там ситуация была. Братиславская, дом 17. Анастасия Юрьевна, вот, прям, если вы не хотите слышать, если вы хотите слышать ответ. Вы просто не можете нам дать ответ, вы все вокруг да около, как и все, каждая инстанция, вот к кому бы ни обратились, начинают такими вот заумными словами, что нам сложно это понять. Пусть просто объясните. Как? С 20 на 21 отрубался сад. Кем-то, мы не знаем кем, сотрудники в халатах прятались от мамы, не хотели отвечать на вопросы. Почему? 12-57. Давай отвечать, тебя могу поправить, может, профессиональными терминами, если необходимо. То, что сейчас говорила Татьяна Ивановна, повторяю я. Один в один. Расследование еще не началось. Есть вспышка. Не закончилось. Ну, они до сих пор закончились. Если есть обращение, выходит Роспотребнадзор, отбирает суточные пробы, проводит смывы, отбирает продукты. Что такое смыв? Татьяна Ивановна более подробно. После чего необходимо провести... Прям в тот же день. Конечно, сразу же. Сразу же. Отмывку, а после отмывки уже проводится дезинфекция. Ну, вы в курсе, какие-то сотрудники были? Вы же, наверное, сами заключали. Кто-то с ним должен был заключать контракт, а потом на территории. Это независимая организация, они приходят, там какая-то обработка происходит, что-то такое вот есть, да? Ну, то есть вас же должны были проинформировать? Естественно. То есть, но на время дезинфекции, вы же сами понимаете, вы видели, Я просто поясню, что такое дезинфекция. Это работа, да, с дезинфекцирующим. Ну, мы видели, наша дезинфекция. Это понятно, у нас в саду было 26 числа. Поэтому, смотрите, поэтому вы в масках, это защитных средств. А это люди без масок, просто в белых халатах. Мужчины, женщины на кухне, как я поняла. Убирали там все. И когда их засняли, они быстро вышли из сада. Я вам отвечу. Это все есть на снимке. Вопрос просто был во всех садах. Абсолютно во всех садах это было. Во всех садах не была вспышка. Это штатный алгоритм работы. Все понятно, что отмыть там надо. Мы спрашиваем вас про другое. Ну что там кто-то прятался? Человеческий фактор втихаря все отмыть, чтобы потом ничего не нашли. И все это человеческий фактор. Вот это самое страшное, то, что все пытались так скрыть, то, что нас не слышала ни поликлиника, ни наш директор, то есть это все пыталось замять. И замяли до такой степени, что нам в палате, да, вот, сказали, что дети все съели. Ну как это так? Что они даже не могут найти. Ничего не найдено. И не будет найдено уже, понятно. Не готов комментировать, кто там скрывал, чего скрывал. Я могу ответить вот за себя. За свою компанию, где я работаю,
может быть, сырого поддержки, потому что все, когда начались эти общения, встречи, я максимально старался присутствовать везде, там, где не было меня, были представители сырого. Наверное, говорить в наш адрес о том, что мы что-то пытались скрыть и так дальше, наверное, не совсем корректно, как минимум, честно слово. Я со своей стороны всегда был. Она приехала какого там 27 числа, по-моему, да, собирались. На школьном дворе 2051 она приехала, и они стояли и убеждали нас, что это не они, что это не еда виновата, что это родители, там мы, может, где-то погуляли, на что я сказала наш директор, сейчас же перед Новым годом масса мероприятий, может, дети сходили, но не всем же садом. 27 числа мало, наверное, кто-то что-то мог сказать, потому что вообще непонятно. Вот. Но опять же, не буду. Я прошу прощения, в начале встречи мы договаривались о одном часе 30 минут, мы уже заседаем более 2 часов. Поэтому, наверное, я думаю, что больше, чем мы. А можно последний сейчас вопрос? Определились пункты, которые я себе пометил, я постараюсь выполнить и отработать. Я вас услышал на 100%. Да. Последний вопрос. Вот я начала как раз, вы вспомнили про то, что ваши листовки там лапы. Да, нет. Вот. Я встретила мамочку, у нее 3 детей, она двое ходит. Один уже в институте, один в школу, вот в 3 сад. И она говорит, Настя, ты не видела, в школе, вот перед каникулами, там как раз были каникулы недельные, весенние, а вот, и последний день перед каникулами, пятницу, выложили в интернете на сайте школы хлеб, покрытый плесенью, это дали детям. Этот хлеб убрали буквально через 2 минуты, сняли с сайта школы, заблокировали видео, это школа 2051. Там пусть боли, а это ваша 51. Это может тогда надо, если у вас там, я как понимаю, 2 раза года, да? У вас же вы берете как в аренду, я понимаю, вот это тогда, может, надо там пройтись по тем поварам, по тем технологиям или кто? Кто отвечает за это? Работать надо, просто работать всем. За 30 тысяч, если ты согласился, ты получаешь такую зарплату. Все должны работать на своих местах. Если ты пришел и тебе устраивала зарплата 30 тысяч рублей, так выполняй ее так, как тебе положено. Никто не виноват, что ты согласился работать за эту зарплату. Все должны работать. Если заключили контракт на то, чтобы кормили детей, так выполняйте, пожалуйста, этот контракт. Меня никто не спросил, кто будет кормить моего ребенка, как будет кормить моего ребенка. Мы и все. Мы вам доверяем. Я в первую очередь я заключила договор со своей школой. Школа заключила договор с вами. Эта цепочка, она очень длинная. Вы заключили договор с тем, тот, возможно, заключил договор с этим, и она может быть длинная. Спасибо. Мы уже обсуждали этот вопрос. Единственное, наверное, заключение. Скажу буквально 2 слова. Все, что будет зависеть от меня и от моих сотрудников, я буду требовать сейчас и требую, я буду требовать еще 100-кратном размере, поверьте мне. И контроль качества будет на приемке, на отгрузке, сейчас уже дополнительный штаб, единый штабный единиц, который будет контролировать. Сейчас не только раз, а ежедневно. Только 2051. Вы понимаете, что бывают какие-то нештатные ситуации, по которым сразу же на горячую линию поступает звонок и выезжает территориальное управление незамедлительно. Если есть необходимость выезда там технолога, санитарного врача, инженерной службы, то есть для этого есть горячая линия, на которую поступает звонок. И еще вот один вопрос. Я вот вчера получила письмо из департамента образования. Школа 2051 в конце декабря выставила 3 претендионных авто на 1,8 миллиона. Вы можете прокомментировать претензии, для чего именно? Надо не поднимать контакты, я с тобой, к сожалению, нет. А с ним как-то можно потом познакомиться? Здесь хотя бы на словах из-за чего? Из-за продуктов питания, как мы понимаем? Я так думаю, что в связи вообще в принципе со сложившейся ситуацией, точно так же, как Следственный комитет возбудил уголовное дело, естественно, и школа должна была написать претензию по факту случившегося, а не без дела. Но вы этот акт, наверное, уже должны были рассмотреть, так как это был в конце декабря, вы с ним полностью согласны или у вас есть возражения? Максим, ты не помнишь? Нет, я не помню. Надо, кстати, давайте на поменьше это дело поднимем. А когда можно будет узнать о результатах? Ну, то есть об этом где-то будет сообщено?
Ну, давайте мы как-то отдельно там расскажем. Вот, потому что оно это такой внутренний, наверное, локальный документ. Нецелесообразно. Слава, скажи, пожалуйста, а за какой период? Конец декабря. Конец декабря. По факту, они поставляли претензии. 29 декабря было 3 претензии. Они поставляли претензии, да, по случаю числа. Ну, тут сумма-то, извините, 180 рублей, 1,8 миллиона. Да, ну, то есть это не 3 копейки, поэтому... Ну, господин, я как понимаю, что это не маленькие суммы, мы должны как бы, ну, о них знать. Что такая сумма для компании, это что же тоже не 180 рублей. И вот другой вопрос, а другие школы вам тоже выставлять должны были? Ну вот 7, насколько мне известно. Вы можете как-то прокомментировать другие школы, а вы выставили претензии? Сколько там были претензии? Были претензии, порядка 3, по-моему, 4 штуки. Так если от одной школы только 3 претензии, соответственно... Четыре самые ответственные. А мы ругаем ее. Да, можно с ним такого? А можно вообще, вот у меня очень, ну... Для меня один из первых вопросов, да, ради которого я, в принципе, сюда пришла, основной вопрос, прошло 2,5 месяца. Компания «Конкорд» признает себя виновной, хотя бы косвенно, в том, что наши дети были отравлены. Неважно чем, творог, капуста, помидоры гнилые, она была отравлена. То есть дети были отравлены, вы себя чувствуете виноватыми, вы признаете свою вину. Потому что все кричат, что никто не виноват. Ну, это покажет результаты окончательно. А какая разница? Факт остается фактом. Какая разница? Не важно. Вы ищете, в чем была причина конкретно. Вы пытаетесь найти продукт, который стал причиной заболевания. Но виновник-то, он налицо, ну, вполне. Это вопрос уполномоченных органов больше, чем моего. Конкретный вопрос. Каких органов? Не поняла. Каких органов? То, что Следственный комитет должен доказать, что компания «Конкорд» отравила детей. Следственный комитет должен определить виновного. Вы задали конкретный вопрос, признает ли комбинат питания «Конкорд» свою вину. Я вам на него конкретно отвечаю. Комбинат питания «Конкорд» не признает свою вину. А как? Потому что было... А для чего мы тогда вообще здесь собрались? А фактом, еду привезли. Ваша компания поставляет детские сады Юго-Восток, ваша. Отравление не только в одном саду, да, там, ладно, может, там на пищеблоке что-то было, а отравление по всему Юго-Востоку Москвы. Что нас объединяет? Мамы с сада 2051, я с детского сада 2446, это Подольская, дом 3, Майна. От нас Некрасовка, ну, это в масштабах нашей страны оси, это другой район, другой город. Что нас вместе объединяет? Одно слово, «Конкорд», больше. Мы не ходим ни в одни детские сады, мы не посещаем одни дошкольные учреждения, там, развлекательные, так далее. Мы покупаем продукты в разных магазинах. Нас ничего не связывает, кроме вас. И вы до сих пор не признаете свою вину. И там же этот ворожок, вы считаете? Да, вот да мне без разницы, от чего мой ребенок умирал, от чего умирала я. Когда вся наша страна, когда весь мир поднимал бокалы с шампанским, я в этот момент умирала во второй инфекционной больнице. И когда 31 декабря мои дети должны были готовиться к празднику, они видели, как папа, мама без сознания тащит от туалета в комнату. Я была без сознания. 31 декабря. Мне не важно, творог это. Мне не важно, это капуста или картошка. Не важно, чем. Факт отравления есть. И то, что это... Виновата компания «Конкорд», у меня нет никаких сомнений. Потому что если бы это было в одном саду, да, может быть что-то другое. Меня моя воспитательница обвинила в том, что я плохо кружки помыла дома. У тебя тоже я пришла и помыла плохо кружки. Так что ли получается? В чем вина? Мне не важно, творог это был. Даже если вы найдете виновника, это ваше. Это вы его наняли, вы плохо проверили. Будь это творог, будь это мясо, все что угодно, вы нашли этого поставщика, вы с ним заключили контракт, меня не подошли, не спросили. Татьяна Сергеевна, а вы согласны, что нам, в частности, для вашего ребенка будет поставлять Липецкий молочный комбинат творог? Меня же об этом никто не спросил. Меня даже никто не спросил, согласны ли вы, что вашего ребенка будет кормить компания «Конкорд». Меня никто не... Нет, а то, что... Александр... Да, садик.
по-моему, все. Все записи, что меня, да, да, что моего ребенка кормит компания Конкор? Нет, у нас нет этого заявления. А вы что, у вас такое мнение было изначально о Конкорде? Ну, в смысле, вы, я слышу просто, что вы говорите про отравление, это, конечно, очень все печально, но изначально мы тоже недовольны были компанией. Конкорда мы слышим уже давно, с 2012 года. Слухи. Лично я до 19 декабря, мой ребенок ходит в сад, да, я лично имею претензии до 19 декабря к питанию в детском саду не имела, лично я. То есть у меня ребенок никогда не отравлялся, он никогда не жаловался на живот и так далее и тому подобное. До 19 декабря 2018 года. Да, я знаю, что в нашем комплексе, в школе, в нашем комплексе, дети отказываются питаться, да? То есть, да, в школе невкусно, не нравится. Это какая школа? 20, это комплекс 21.10. Я слышала тоже разговоры. Школа, ВГУ, школа. А вы не думаете, что индивидуальные, как бы, ну, просто мы тоже, да, с мамочками так же разговариваем, вы не думаете, что это просто индивидуальные, да, такие особенности, когда вы... Ну, я не утверждаю ничего. Я знаю, ребенок кушает одни продукты, да, там бабушкин кухни, ваши кухни, там что-то не нравится. Ну, естественно, там они. Ну, не всем все сразу, да, во всей школе не нравится. Прям все говорят, что. Ну, а огромное количество. Очень много детей не нравится, еда, особенно в школе. В саду едят. Может, там повара другие, но видя, какие повара у нас в школе, вот меня просто это возмущает вот сейчас. Не нравится, да, если бы она была нормальная, вкусная. Дети бы в основном бы ели там, ну пусть там, но человек 50 не ели, но не так, чтобы почти. Смотрите, школе. Ну, поставщик один, я слышу, да, игры, я слышу разговор, сейчас анализирую, сопоставляю с вашим. Понимаю то, что, ну, можно говорить все время негативе, да, понимаю, но у меня есть ряд людей, которые положительно отзываются. Да мы сейчас вообще не об этом. Мы о том, что произошел факт. Давайте вот, факт произошел. Огромное количество детей отравилось. Виноват кто? Нас объединяет всех детей, которые отравились в нашем районе, в вашем районе. Нас объединяет только компания «Конкорд». Меня никто не спрашивал, хочешь ты или не хочешь. Сам факт, почему компания «Конкорд» не признает себя виноватым. Прошло 2.5 месяца. Если бы компания не была виновата, почему она тогда нас собирает? Почему она отвечает на наши вопросы? Потому почему? Что она так же... Значит, Навоэй, шапку гори, товарищи. Можно я скажу? Навоэй, шапку гори. Ну, во-первых, у меня одна еще раз просьба, которая была в начале. Говорить по одному, потому что ничего не понятно. Второе, сейчас подошла Светлана, попросила, если можно, хотя бы один раз представиться, когда мы говорим, потому что она заполняет протокол. Да, мы думали, у нас так все. Но она просто, она не видит, да. Татьяна, я не знаю, я правильно вас понял, неправильно понял, если неправильно, поправьте меня. Вам не важно, из-за чего, из-за кого произошло это несчастье, вам важно, чтобы был признан комбинат питания «Конкорд» виновным, я так понимаю? Нет, конечно, мне важно, но сам факт, ничего же не изменится. Да, мне важно, чтобы нашли конкретный продукт, да, но ничего же не поменяется. Морковка эта, поставлявшая ООО там, Вася Пупкин, или творог, который поставлял компания «Конкорд». Это же вы с ними заключили контракт. Значит, вы виноваты в первую очередь. Компания «Конкорд». Значит, в любом случае все-то сливается к вам. Неважно, кто вам что поставит. Значит, вы не допроверили своего поставщика. Почему вы не признаете свою вину до сих пор? Вот это меня возмущает. К сожалению, или, может быть, к счастью, мы не являемся производителем продуктов питания. Конкретно в очереди было точно, ничего не производим. Вы же заключили с ними договор, с которой вы должны были все эти факторы прописать. Если выстроить эту цепочку, то, конечно, и в этой цепочке будет наша компания. Да, окончательная цепочка, вот кружочек окончательный, который поставляет питание. То есть там их может быть миллион, да? Но вы-то последние, и ассоциация питания тоже вместе с вами, они последние, которые проверяют это питание. Или хотя бы должны его проверять. Но получается на деле, что возьми даже сейчас юго-восточный наш округ, другие округа, по всей Москве идет отравление. Значит, это
вот и ассоциация питания занимается не только же, да, конкордом, там еще и есть и ВИТА, и школьник. И во всех этих комбинатах идет отравление. И вот факт в том, что может тогда иметь смысл вот этой ассоциации питания за вами следить, просто надо как-то делить эти, ставить другие какие-то органы на каждый, на весь, чтобы ассоциация питания была, да, потому что я как понимаю, она не может смотреть за всеми. Но не получается, Москва большая, не Подмосковье, да? Что касается вот виновного, да, или источника, или автора передачи, идет расследование. Давайте дождемся официального расследования, которое проводят органы, которые обязаны этим заниматься, и они выполняют функционал. То есть еще точка в этом расследовании не поставлена. Мы с вами, по крайней мере мы, знаем, да, что проверяли нас. Может быть, проверяют что-то еще. Просто нам говорят о тех результатах, которые касаются непосредственно комбината питания. Может быть, еще прорабатываются какие-то факторы. Мы не знаем. Давайте дождемся, когда будет вынесено окончательное решение. Это один момент, да? Что касается вообще дизентерии. Я думаю, что вы уже все очень много читали. Дизентерия была, есть и будет. Возбудитель циркулирует, он в окружающей среде всегда есть и передается. Он не может взяться ниоткуда. И никто из нас, ни вы, ни я, не застрахованы от этого. Мы едим также в точках общепита. Также мы покупаем продукты питания, может быть, с вами в одном и том же магазине. Краски едут ко мне в мае, мы соседи едите покупать картошку. Ну простите, но это все. Вы здесь не правы, знаете, что Венедиктов тоже говорил. Вот дизентерия, она всегда была, она будет, и идет через спад. Победить невозможно, потому что ему не стоит. Но факт остается в том, что сейчас у нас что, сейчас весна наступила, это была зима. Дизентерия – это грязные руки, правильно? В основном. Или тараканы. Ну, тараканы. Разносчики. Как вы сказали, мы много читаем. А вот. Но это значит, что получается. Летом, да, понятно, водоемы, грязные руки, грязные там, дети поели фрукты, заразились дизентерией. Здесь же определенные школы, да, в один день заражаются дети. Это не то, что там я дома покормила ребенка, и он заразился дизентерией. А это получается в один день дети были заражены. И это уже достоверная информация, что дети были заражены продуктом питания в детском саде. Пищевая зона – это вода. Мой ребенок выписался вчера из больницы в третий раз. В мае у него еще одна госпитализация, четвертая. Какие последствия еще врачи до сих пор не могут узнать, потому что ребенку до сих пор плохо. И был консилиум создан для моего ребенка и признали, что шигелла зона – это вода. То есть вода сменилась. А воду выливали прямо на улицу. Да. Воду выливали на улицу в этой школе, во всех детских садах, по всему району поменялась вода. Все кулеры поменяли, всю воду слили. А какая была вода? А вот вы там скажите, поставщика воды, поставщика молока, молоко, кто вас сейчас... Нет, вот проводы мне кто-то здесь что-то делал. Поставщик воды, кто вот был в наши сады, вот поевал? Он так остался? Потому что я так поняла, вы его сменили, да? Останется. Это было в декабре или сейчас? В декабре. И как говорят у нас в детском саду, что запретили, мы сменили воду, запретили детям давать сырую воду, вся вода только кипяченая. Поясню, разрешите? У нас по поводу воды есть две истории питьевого режима. Это дошкольное учреждение, это школьное учреждение. А кулеров в дошкольных учреждениях нет. Да, если они есть, то они никакого отношения к нам не имеют. Да, действительно поставляется вода, 1,5-литровых бутылках, она поставляется. Почему убрали воду? И убрали ее сразу. Точно. Так же, как и убрали все молочные и кисломолочные продукты. Нет, ну хорошо, кисломолочные продукты. Ну, ее-то не проверили, получается, ее выливали на воду. Почему? А вот урок был. Да. Воду убрали непосредственно, когда была зафиксирована вспышка. Я не знаю, что там. У всех есть результаты. У них есть результаты воды и бутилированно, и из крана. То есть все это... Очень все странно, все есть, только ничего не найти. У меня другой вопрос. Странно. Официально в лаборатории проводили исследования. Мы не можем опровергать результаты официальных лабораторий. Проводилось независимое расследование. Как мы можем не доверять официально? На самом деле, вот нас мучают.
мучить вопрос родителям. Однозначно отбирали все пробы, брали все смывы, бралась вода, как из водопроводного крана, так и бутилированная вода. И бутилированная вода в некоторых учреждениях бралась непосредственно уже из групповых. Потому что 2051, насколько вы знаете, когда началось спецрасследование, было закрыто. И у нас на пищеблоке продукты, они были все выданы уже. То есть воды не было на пищеблоке. Воду брали в образовательном учреждении по группам. То есть мы не могли вообще к этой воде никакого отношения иметь. Не заменить ее, не поменять, не вылить. Ее брали в групповых ячейках, там, где был зарегистрирован случай. Это вы можете спросить и у воспитателей. Воспитатель в моем саду считает, что виновата я, ну, что мой ребенок заболел. Давайте на личность. Ну хорошо, завтра следственный комитет говорит, компания «Конкорд» виноват Липецкий молочный завод и виноват поставщик там ООО «Вода» и компания. Они виноваты. Ваши действия. Мы точно так же будем, если это правильно. Смотрите, стоит договора, Игорь Андреевич, непосредственно. Ну, расторгать контракт, смотря какие будут. Да, смотря... мне от этого легче станет. Вы с ними расторгните договор. Я хочу, чтобы были наказаны виновные, чтобы передо мной извинились. А что следствие, а человеческий фактор? Вы неужели себя за собой вину не чувствуете? Вот мне вот это непонятно. Вы нашли этих поставщиков. Вода, творог, молоко, все что угодно. Вы нашли этого поставщика. Вы его должны были проверить, потому что вы получаете деньги от государства. Вы вышли на торги, и вы гарантируете безопасность того, чем вы кормите наших детей. Вы. Почему вы не признаете себя виновным? Неважно, кто поставил вам этот продукт, вы его приняли, вы его привезли в наши сады, и вы накормили его этим продуктом наших детей. Почему вы себя не чувствуете виноватым? Вот мне непонятно. И даже когда вам скажут, что виноват тот-то, тот-то, вы все равно себе виноватым не признаете, потому что мы-то что? Ничего. А то, что вы этот контракт заключили. Мы же тоже следим в интернете, мы же видим все эти ваши претензии к Роспотребнадзору. Это же тоже... То есть вы конкретно говорите о том, что мы здесь ни при чем. То есть то, что это Липецкий молочный там какой-то комбинат, хорошо, пускай наказывают их. Мы здесь ни при чем. Так так же, может каждый день происходить. Сегодня у вас Липецкий виноват. Завтра да, случается опять что? Такая же ситуация. Кто-то... Ой, а мы опять нашли вот там... Излишне много это поставщика творога, а теперь он виноват. И давайте, и так каждый день у нас будет кто-то виноват, но только не я. Так что ли будет? Всегда кто-то будет виноват. Будет другая компания, где гарантия, что не будет у них таких случаев. Так эту гарантию должен обеспечить поставщик питания. Я сейчас не пойму, вам что главнее, их извинения или чтобы такого больше не было? Мне все важно. Мне важно, чтобы они признали... Мне важно, чтобы они признали себя виноватым. Мне важно, чтобы они сказали, что они сделали, что они сделают, чтобы такого не происходило. Сейчас, на данный момент, вы прекратили работу с поставщиками? С теми, которые были. А кто сейчас твой составляет? Все поставщики. Нам говорили Бимбельда, Дмитровский молочный завод. Это собираются они. Нет, это было страшно. Останкинский завод. Бимбельда, да. А кто же был по воде поставщиком до этого? В декабре 2017. Останкинский завод. Останкинский, а сейчас вода. Они же сейчас. Не проще ли тогда поменять всех поставщиков, найти новых? Как я понимаю, деньги выделяются огромные на питание детей. Просто огромные. Это не закрытая информация, это открыто все. В интернете все это есть. Смотрите, почему вернули воду? Потому что после того, как были результаты в лабораторных стадиях не по воде, и там, в общем-то, ничего не было найдено, поэтому ее вернули. По молочным и кисломолочным продуктам мы как в декабре месяце по предписанию Роспотребнадзора прекратили работу со всеми поставщиками этой продукции. Так мы с ними выглядели на сегодняшний день не работаем. Здесь изменено, это достаточно был трудоемкий процесс, но тем не менее
нашли. Оказывается, у нас в России не так много предприятий, которые могут выработать такой объем молочно-кисломолочной продукции, как оказалось. Я прошу прощения, я сейчас отвечу еще на вопрос. Мне не совсем понятен, зачем вы нас здесь тогда собрали. Ну, уважаемые родители, вы просили об этом, чтобы была какая-то публичность, чтобы был диалог. Я, в общем-то, старался присутствовать максимально везде, где мог, но решил просто нормальный человеческий формат это привести и собрать вот в таком, наверное, правильно собрать, а не на улице возле подъезда. Я посчитал, что это будет правильно и исключительно по вашим просьбам. Поэтому давайте по вопросу. Ну, то есть, вы говорили, на книжке нам будет очень интересно увидеть. Вообще, конечно, бухгалтерские документы тоже очень интересны. Просто есть информация, что как бы, ну, по закупке одна цена, а на деле приходит там что-то такое, что точно на эту цену никак не подходит. Но вы уже говорили, конечно, что бухгалтерские документы нам, конечно, никто не предоставит. Ну, бухгалтерские документы в Следственный комитет все предоставлены. Ну, информация, которая не вот содержит... По книжкам по сотрудникам мне, например, интересно, потому что у меня тоже есть информация. Во-первых, я как бы, ну, просто рассуждаю, да, как человек, который живет в этой стране. Я знаю прекрасно, что сфера вот эта вот пищевая, да, вот именно в сфере социального питания, то есть зарплаты на пищеблоках, они считаются одними из самых низких вообще по стране. То есть, ну, там особо никто ничего не зарабатывает. То есть на сегодняшний день там это в районе там, 25, там, ну, может, ну, 30 тысяч рублей, да, там зарплату, которую проводит в школе. Вот. Само собой понятно, что квалифицированный специалист, да, там в сфере питания, ну, какой-то хороший повар, да, ну вряд ли пойдет работать на зарплату 30 тысяч рублей, как бы это мы сами все прекрасно понимаем. То есть как вы отбираете сотрудников, вот с учетом того, что как бы они очень низко оплачиваются? Кто приходит туда? Да, потому что в школах еда отвратительная. 20-51 там вот, больше половины школы. Я сейчас отвратительная. Можно вопрос встречный? Вы сами пробовали? Нет. Отлично. Попридите и попробуйте. В любой день вообще. В любой день. У нас была ситуация. Вот расскажу, да? Мама. Вы на мой вопрос подождите, ответьте. Про вам нету. Обязательно, вот обязательно схожу. Обязательно. Значит, отвечаю на вопросы, несмотря на то, что это такая может быть внутренняя информация, да? Ну, если вы можете мне ответить, ну, из того, что мы послушаем. Заработная плата сотрудников пищеблоков, и вы, в общем-то, наверное, очень правильно сказали, средняя по Москве, по всему спектру общепита. И не только общепита, ресторан, и все остальное, да? То есть вот средняя зарплата, она везде. Как в ресторане повар получает, так она получает у нас. Возможно, есть какие-то элитные рестораны, я не спорю. Но средняя зарплата, она, в общем-то, варьируется в тех пределах, которые у нас установлены. Вот, уже говорить о том, что она там со всеми, вся там белая, белоснежная же быть не может. И со всем полным соцпакетом, который только возможен. Это уже второй вопрос. Ну, персонал. Отбор, подбор, набор персонала, да, 3 этапа. Такие проводятся, понятно, что это отдел кадров занимается, территориально управляет, что приходит человек, хочет устроиться на работу, он попадает в отдел кадров. Отдел кадров с ним беседует, соответственно, смотрит трудовой стаж, соответственно, смотрит образование. Может быть, я сейчас понимаю, почему вы помните, что могут быть сотрудники, которые не имеют профессионального профильного образования. Да, ладно, ты не имеешь профобразования просто. Вот смотри. Другие моменты. Есть такие критерии, что да, сотрудник может не иметь профильного полученного образования, но он в обязательном порядке должен иметь стаж работы в системе общественного питания. То есть он может не иметь образования. Вот. Я вот не имею образования автомеханика, но машину разберу и соберу своими руками с закрытыми глазами. Ну, то же самое здесь. По питанию в школах. Вообще, мой телефон вы, наверное, все знаете. Я был бы вам очень благодарен. Я вот записал школу 2010-2051, да? Какая 2010? Ой, 2110, да, сейчас было? 2110 школа была. Да, у нас майнер, наш комплекс это 2110, да. Я
просто моих знакомых, с кем лично я общаюсь, очень многие, которые говорят, что наши дети не едят в школах, они носят с собой. Моя подруга приносит в школу ребенку к обеду термос с горячим супом. И он кушает там, в классе или я не знаю где вот этот супчик. А дети, которые на продленке, также моя очень хорошая знакомая, ее дочка, заканчивает в этом году 4 класс. Она раньше, она говорит, я просто платила там сколько там, 130 рублей за этот обед, просто выкидывала деньги. Ребенок приходил, и что ему обал холодильник, как будто она никогда не ела. Она говорит, а ты вообще в школе ела? Она говорит, там невкусно, я не ела. Сейчас она дает ей сахар. Ну, я могу вот сказать, и что... И таких, пойми, ну, не один десяток. Я очень много общаюсь. Если было вкусно, дети бы не знали. Я вопрос понял. Давайте так, во-первых, это очень предметный и узкий разговор, конкретно по каждой школе, конкретно по каждому блюду. Но это вернемся. Смотрите, что существует. Во-первых, я договорю, да, если что-то не доскажу, пожалуйста, там более профессиональным технологическим языком, хотя тоже образование позволяет мне это делать. Да. Простите, есть. А у вас какое образование? Какое отношение вы имеете к учителю? Ну, у меня два общем-то образования. Первое профильное образование на менеджмент организации по специализации продовольственного обеспечения. И второе образование по управлению персоналом. Если известно, если хотите на заучебное заведение, где я обучался. Или работать, по питанию в школах. Не совсем та тема, о которой мы говорим, тем не менее, я думаю, что очень хорошо, что мы затронули. Почему дети могут не есть? Первое, понятно, что питание в школах. По-русски буду говорить, без всяких терминов технологических. Оно пресное, оно не соленое, оно не перченое, оно без всяких специй. То есть да, оно имеет более такой пресноватый вкус. Естественно, привычки и предпочтения пищевые у детей к этому ну, просто не приспособлены. Первое, еще раз повторяюсь, вот для того, чтобы делать такие громкие заявления, контакт назову, я вас приглашаю в любой день на территорию школьной столовой. Прям вот за час мне позвоните, только вот если это будете конкретно вы, я больше, прям за час мне позвоните, за один час, когда уже пища там будет, пищевой уже готов. Просто чтобы я успел приехать, мне просто тоже интересно вместе с вами там присутствовать. И попробовать, да, абсолютно. Ты попробуй, да? Вот когда сам попробуешь, тогда уже можно делать какие-то выводы. Второе. Я готов, и я это сделаю однозначно в этих двух школах. Проведем, соберем точно так же, пригласим всех желающих родителей и прям закажем просто больше. Тот же самый рацион, который идет в текущий день, просто чуть больше его сделаем заказ, чтобы родители желающие пришли. Мы точно так же пообедали. Да, все вместе сели пообедали. Дальше. Есть такая очень интересная история, если вы не знаете, я ее расскажу. Очень многие сейчас школы, практически все, по крайней мере, в Восточном округе, пользуются такой, так скажем, услугой, которая предоставляется. Это так называемое, кто-то по-разному называет, альтернативное питание, как еще говорят, такие слова. Альтернативное питание, так скажем, да. Это, вот если вы зайдете в школьную столовую, в буфет, вы увидите в буфете ассортиментный перечень буфетной продукции. Ассортиментный перечень очень большой. Ну, то есть булочки там вот эти, да? Нет, в том числе. Но в этом ассортиментном перечне есть список блюд. Первые, вторые, гарниры, салаты. И он очень большой. Что это такое альтернативное питание? Каждый родитель может заказать из этого ассортиментного перечня любое блюдо, который он хочет, чтобы его ребенок ел в понедельник заказали, который хочет, чтобы ребенок ел в четверг. И очень многие школы сейчас это делают. Это на сайте школы, да? Я слышала по новостям, что мы вот с какого-то времени стали, вот да, родители могут зайти на сайт и выбрать питание на неделю. Да. Смотрите, чтобы сейчас, если про Иглоскоп говорить, это был пилотный проект департамента образования, тот заказ в электронном виде. В него попали прелыки, а наш опыт не попал. Но заказ напрямую через ответственного питания, мы уже эту систему работаем на года 3 с этой историей, с альтернативным питанием.
И когда, да, конечно, если это будет один обед заказ, ну, естественно, мы его не будем готовить, потому что просто физически невозможно привезти там, да, 10 грамм продукта, из которых должны приготовить набор. Но если это будет заказ на 15-20 человек, то вполне себе вот комплекс в Маре, не буду называть номер, в него входит 9 структурных подразделений школьных. Все 9 заказывают вот это вот вариативное питание, что так называют. Порядка с, от 50 до 100 человек заказывают обед. То есть они что сделают? Они из этого, сами родители, совместно со школой, они из этого перечня ресторанов, которые есть, они выбрали те блюда, сделали подборку блюд прямо по дням недели. Сделали цикл подборки вот этих блюд. Это нельзя назвать меню, это не меню. Это именно выбор родителя. И они сделали 10-дневный цикл. И, соответственно, в Британии делает заказ. Адресно на каждого ребенка? А, нет, смотрите, вот еще раз, вот, допустим, собрались вы там 10-15 человек родителей. Да? Вот это есть спектр, перечень, да, из которых стоит более чем 200 блюд. Вы говорите, так, я хочу, чтобы в понедельник мой ребенок ел борщ, там, котлету, не знаю, там, обычную, по-киевски, любую, да, вот, и салат «Цезарь», сок. Вот, и вы составляете вот этот вот набор блюд. Все, ответственно, питание заказывает, она знает, что у вас этот обед заказан. Стоимость такого обеда практически не превышает стоимость сегодняшнего обеда. Ну, где-то в среднем, Мария, ну, в зависимости от блюд, но в среднем где-то 160 рублей получается стоимость такого комплексного обеда, который родитель сам себе выбрал. Такая история есть. Если школа к нам обратит вариативное питание, мы руками и ногами показали. То есть, ну, это как выход из того, что вот вы говорите, если ребенок что-то не ест. У меня тоже дочка ходит в такую же обычную школу Юго-Восточного округа. Я про школу, кроме того, что мне говорят мои знакомые, ничего сказать не могу, поскольку мой ребенок только в следующем году идет в школу, и только в следующем году мы будем, так скажем, питаться в школе. Да, в школе, да. Да. Меня сейчас, конечно, очень интересует именно садовское питание. Мне говорят, лично мой ребенок сейчас говорит, что ему нравится, как готовить. Да, он не все ест, вот так же, как он говорит. Он мне один не ест творог, другой там не ест рыбу, третий там не ест морковку. Да, у каждого свое. Но, в общем-то, дети питаются, ну, я имею в виду. Сегодня, да, они же не каждый день им дают борщ, котлеты и макароны. Сегодня одно, завтра другое. Но когда дети систематически, ежедневно отказываются от питания, это совершенно другое. Да, кстати, можно я вот когда вы прекращали свою деятельность, ну, на период, когда было сражение, соответственно, у нас там соседние, да, сады соседней школы тоже не поставляли бы питание. Менялось на школьник лице. И вот я как раз с пятницами эту тему разговаривала, на что она сказала, что, например, пока был школьник лице, питание было гораздо разнообразнее. Она говорит, потому что очень часто, вот, например, вот когда конфорт, ну и сейчас, получается, на сегодняшний день, практически постоянно вот рыбные котлеты. Я тоже стала вот мониторить меню, и вот эти рыбные котлеты, они просто два раза в неделю бывают, как минимум. Апельсины и яблоки, все, больше ничего. Да. Это вот она сказала, мне дочка сказала на ту неделю, нам бананы дали. Первый раз за 4 года. Да, но на самом деле, вот когда был школьник ЕЗ, там было очень много фруктов, вот, абсолютно разнообразных. А вот в конкорде постоянно то апельсин, то яблоки. Я тоже все время спрашиваю, апельсины, то яблоки. То есть у меня, ну, а кто вообще меню составляет? Это госконтакт, когда то есть меню составляется? Или как? Давайте я отвечу. По поводу фруктов. У нас идет 4 наименования блюд. Яблоки, груши, апельсины, бананы. Да? Всегда. Все, больше ничего. А школьник Юз, школьник Юз не мог физически поставлять более разнообразное питание по одной простой причине, что меню одинаковое. Он не мог давать более разнообразное питание. А почему бананы только появились? Это что? О чем это говорите? Просто один день яблоко красное, потом идет груша зеленая, потом идет апельсин, потом идет яблоко зеленое, потом идет груша китайская. Вот в китайской груше. Давайте так, смотрите, я сейчас еще раз здесь сомнения, да, вернусь уже к нормативному. Бананы почаще. Хорошо. Как услышал.
Смотрите, что я вам сейчас объясню по поводу бананов. И рыбных котлет. Во-первых, ну такого нет, белые, красные яблоки. Яблоко, оно и в Африке яблоко, это такое бы оно там не было. В моем случае это просто очень весомо, поэтому я это отслеживала второй год. Оно бывает. В меню не может, это трактовано с анпином, естественно, меню точно так же составляется на основании этого документа, не допускается повторяемость одних и тех же блюд в один и тот же день и в последующие 2-3 дня. Это дословно формулировка. То есть два раза в неделю одно и то же может? Два раза, если в понедельник и в пятницу. Может. Вот. О чем я говорю, да, что у нас 4 фрукта идет. Да, конечно, если в понедельник было яблоко, то оно в пятницу тоже будет яблоко. Но остальные 2 недели это будет груша, бананы, апельсин. Что касаемо бананов, объясню. Бананы Послушайте. Бананы, да. Мы их, я вам это откровенно, есть таблица замены, о которой мы вначале говорили, да. Там есть замена фруктов, соков и так дальше. Бананы мы какой-то период убирали, исключали из меню. Это у меня отрицаю абсолютно. По одной простой причине. Банан – продукт, который очень сильно подвержен вот этим температурным перепадам, условиям хранения и всего остального. И в любом случае банан быстрее всего Созревает и быстро портится. Я вам больше скажу, бананы дешевле, чем все остальное. Мне выгоднее их поставлять. Не знаю, нам нужно дальше наоборот. Почему? Потому что точно так же собирались, много обсуждали, очень много было претензий именно к бананам. Есть определенные требования в госконтракте, которые гласят, какого качества продукты должны поставляться. И там, на мой взгляд, ну, не буду комментировать вам, это уже что-то разошелся. Вот, то есть, по-русски говоря, если есть хотя бы одна черненькая точечка на кожуре банана, то его нельзя допускать в реализацию. Я, наоборот, люблю спелые бананы, на которых много точечек, понимаете? Но госконтракт трактует, что если есть эта точечка, то его нельзя допускать. И, соответственно, мы привозим бананы, а ответственные по питанию нам их заворачивают, о чем мы изначально говорили, да? Что этот продукт не соответствует требованиям госконтракта. И большая очень была дискуссия по этому поводу с родителями в том числе. И было принято решение, в общем, давайте бананы заменим на другой какой-то фрукт. Потом все-таки я тоже почему нет, давайте попробуем. Если будет, то есть время прошло, может быть, давайте попробуем опять бананы. Если сейчас опять эта буча поднимется насчет бананов, я их опять уберу из рациона. Не потому что я так хочу, я вам еще раз говорю, экономически, мне как руководителю, мне это выгодно. Вот уже банально. И детям нравится. Да. Но есть другая сторона медали. Но есть другая сторона медали, которая не дает возможности нам это делать. Я надеюсь, что к этому вопросу не вернемся. Бананы сейчас есть. Дальше. Рыбный котлет. Нет, просто мне сын постоянно про них говорит. Что не спрашивают, я говорю, что же там любит? Да, да. Рассказываю историю, это тоже отдельная абсолютная история про рыбные котлеты. В меню, сейчас могу ошибиться, поправьте меня, пожалуйста, если вдруг. В меню есть блюда из цельной рыбы. Там какая-то там припущенная бывает, много там разных рыб, да, запеченная рыба. Это из целиковой клетки. Когда мы начали работать в 2017 году, и эти блюда пошли, также пошли обращения со стороны заказчиков, со стороны родителей. Не едят дети целиком, не едят, просто не едят, она им не нравится. Вот. И фактор того, что филе, какое бы оно ни было идеально, может попасть в косточку, его никто не исключал. Два фактора таких вот. Поэтому мы просили от заказчика официальные письма, чтобы мы могли менять вот эти блюда из целиковой рыбы на рыбный котлет или на рыбные тефтели у нас. Да, вот. И мы это сделали. Причем в некоторых школах, в некоторых комплексах рыбных котлет тефтели нет, там идут целиковая рыба. То есть, если школа не хочет, мы же не можем их заставить. Это непосредственно желание заказчика. Вот поэтому, да, был такой переход на изделия из рубленого рыбы.
у меня вопрос к технологу, можно? Да. А, вот. Вопрос по творку. Допустим, да, конкорд не виноват, виноват Липецкий молочный завод, виноват творог. Так вот, если виноват творог, творог же проходит термическую обработку. Конечно. В чистом виде творог не дается, дается он только в запеканках. Да? Как тогда шигелла могла выжить при такой температуре, если она умирает при 60 градусах? Все живут, доказательства именно это в этом твороге. Но все же говорят на творог. Говорят, но доказательства пока нет. И смотрите, творог, да, я соглашусь, что во многих детских садах произошло отравление, правильно, как вы говорите? Но... Будем так говорить, в половине детских садов этого же не было. Вот у нас не было творога в этот день. Больше половины этого не было. Нет, творог, он в меню одно. А, у нас 19-го числа не было. 18-го. А то есть 18-го отравились, а 21-го... Подожди, 18-го была запеканка. Но представитель Роспотребнадзора сказал, что все суточные пробы за 18 число были уничтожены 20 числу вечера. Потому что на тот момент срок годности истек. Соответственно, они не могли взять оттуда пробы. Она это сказала, открыто сказала, что они не брали пробы с этих, ну, именно с меню 18 числа. Я спросила тогда, о какой объективности вашего расследования может идти речь, если вы не диагностировали эти продукты? Ну, вопрос ушел в никуда. Продукт творог диагностировался, он больше всего отбирался на моих глазах. Прямо на моей глаза, в детском саду 329. Это был творог, не тот, который шел 18 числа, естественно, это был творог, который шел на 21 числа, и они его 21. Они его непосредственно отбирали в садике, этот творог. При мне отбирали. Ну и еще очень большой какой-то продукт. В принципе, все продукты, которые были сам отбирали. Ну, при термической обработке. При определенных температурах и времени, эта палочка, она уничтожается. Ну, это же много. Когда же почему обвиняют творог, если, во-первых, 51 саду творог не взяли на исследование, да, потому что его не было? Нет. Вот. И как могут утверждать, вот лично по нашему саду, что это было отравление творогом, если его не взяли, не обследовали, и другое, что другое не обследовали, молочку, в этот, вот лично 19 числа, я знаю, что у меня ребенок запеканки нет. Ну, вот, ну не нравится ей сама вот эта консистенция. Но она мне сказала, что 19 числа там был кефирчик сладенький. Снежок, наверное, я не знаю, что там дают. Она сказала, белый кефир был. Я говорю, ты же кефир не пьешь дома. Она говорит, а там сладкий. Как я понимаю, наверное, ну, не знаю. Вот. Его напила. Почему сразу все кинулись на творог? Хотя творог проходит термическую обработку, а по другим молочным продуктам... Кефир, молоко, да. Да, вот почему молочок вообще? Прямо родители, ну, эти вопросы, наверное, комментировали. Ну, помните, нас страшно. Я не могу, к сожалению, комментировать. У меня вот такой вопрос. Вот так это, как, ну, видишь, прибываю, я уже просто устала локтями, поэтому... Такой вопрос. Этики все равны, как мы тогда успели обсудить 12 февраля. Только наш садик в Некрасовке, ну вот так вот нам вот не повезло. Машины были, соответственно, разные, которые разводили в детские сады питания. То есть как-то так получилось, что разные машины, которые отвезли эту партию, при этом эта партия не попала в другие дошкольные отделения. Да, 20-53, вообще какое-то вы свое внутреннее расследование. Вы можете сказать, проводили ваши предположения? Почему вот у нас стоит вот там, где мы живем, 4 сада, да? И только в нашем саду заболели дети. В двух группах, не во всех, а только в двух группах в нашем саду заболели дети. Почему в соседнем саду нету, еще в соседнем нету? Вы какое-то расследование, какая-то цепочка вообще была вот отслежена? Передвижение, да. Да, что именно, что в этот сад, почему именно в эту группу, что именно давалось? Потому что, ну, цепочку то можно было отследить. Получается, это какая-то сузить вот это этот круг. Понятно, соответственно, это какая-то партия, не знаю, каким образом она так вот выбиралась, может быть, она еще осталась. То есть она может быть, ну сейчас уже, наверное, нет, но я имею в виду, что ее, может быть, можно было взять для проб. Ну, так как все дети съели, там, я не знаю. Ну, все съели, опять же, запеканка, если двое виноват. Ну, что только в двух группах, вот
у нас в саду, да, только в двух группах, из всего сада ели запеканку, или в их запеканке умерла шагела, а нашим детям она выжила чуть каким-то невероятным образом. Непонятно. Отвечаю на первый, да? Да, про маршрут, вот машины разные, только наши. Действительно, мы по поводу расследования, естественно, мы проводили свое внутреннее расследование, причем достаточно жестко, и до сих пор его проводим, и будем проводить параллельно вместе со Следственным комитетом, однозначно. Но это наше внутреннее, да, мы там много очень мероприятий проводим, и, естественно, отслеживаемся маршрут, и так далее, и тому подобное. И с форум, когда мы просили выехать, все равно там уезжали, да, по-моему, все равно уезжал на эту дорожную линию. Маршруты действительно по этим всем садам, семьи разные. То есть это разные водители, это разные машины. Байкаф мог попасть туда. Почему? Такой раз было, да, получилось не Красный, один садик, да. Нарезанки и Марин, да. Марина несколько садов, но я про себя очень люблю. Да, зоны, так скажем, вспышки было. Что такое-то, я просто был на больших молочных производствах и своими глазами видел, как этот творог делается. Это огромные чаны, ну, по-русски говоря, да, котлы, не знаю, как они там называются, контейнеры, вот, сепараторы там всякие огромные стоят, как первая история. Этот творог мог попасть там исключительно какой-то один, да, там этот чан или контейнер, или как он будет заражен просто. Он же расфасовывается по пачкам. В одну пачку оно попало, и попало в большем количестве эта бактерия, в другую пачку оно просто не попало. Либо попало в меньшем количестве. И даже если ее ребенок съел, иммунитет у ребенка был, ну хорошо, давайте тогда, да, я поняла, спасибо. Я вот думаю, что это вообще или вода, или фрукты. А нет, вот у меня еще вот один вопрос. А даже мы все в открытом же виде. Я честно вам скажу, меня извините ради бога. Я даже если бы очень сильно хотел, но не могу прокомментировать то, что вы меня спрашиваете. Ладно, мне другой вопрос. Как выбирать поставщики? Да, вот в интернете я читала, ну вот, ну, все же про это писали, что теоретически это Липецк, ну, возможно, и так далее. Но ну, доказательств нет, ладно. А против Липецка, но у них постоянно к ним претензии, ну, от Роспотребнадзора, еще что-то, о том, что плохое качество продукта. То есть, ну, постоянно какие-то претензии к ним, а почему вы тогда с ними работали? Да, по какому принципу вы отбираете поставщиков? Смотрите, мы отбираем поставщиков, уходим. Точно так же, да, в том, что в интернете смотрим, да, большой Липецкий, мало этот молочный завод, да, много еще предприятий. То есть это не маленькое какое-то кустарное производство на самом деле. Мы определяем, даем своих потенциальных поставщиков СРО. СРО проводит достаточно большой спектр мероприятий по отбору этого поставщика. То есть их проверяют, но недобросовестные? Они в любом случае СРО туда выезжают СРО. Ну и естественно они согласовывают этот вопрос с производителем. Они выезжают, они проверяют производство, они смотрят персонал, то есть достаточно. Я там слышала, что там плохое качество продукции, что там разбавляют, например, то есть уже готово, например, какая-то это, и добавляют туда сырое молоко, то есть уже то, что прошло техническую обработку, то есть, ну, то есть какие-то такие вот нарушения, не знаю, сама лично не видела, но то есть такие вот. Вот сейчас, смотрите, ситуация, кто-то где-то слышал, да, сейчас федеральная служба занимается этим расследованием, да, это очень небольшое расследование, но резонансное расследование. Я думаю, что они проведут обследование полное, да, вникнут во всю линию. Хорошо. А сейчас кто поставщик? Решение. Ну вот творожный продукт. Сейчас же ну, вернули молочный продукт, а кто да, сейчас? Да, сейчас разные поставщики, честно, там настолько сумбурно это все менялось. А по поводу списка поставщика, я не нашла на сайте СРО. Да, вот информацию. Где можно ознакомиться со списком? Странно очень. Ну а материальный вопрос в закупках, да, в выборе поставщика, он же имеет место? То есть, самый вы же не выбираете себе поставщиков, которые продают задорого, правильно? Подождите, ну смотрите, тут продукты, которые поставляют детские сады, это же продукция продается в магазинах, да? Ну я Чиклыгин молоко в магазинах не видела, простите. Мне кажется, я не увижу. Я не увижу, да. Вот Данон, Виндельдан. Это же на слуху. Но, да? Это случилось после расследования Роспотребнадзора. Давайте
говорите про вино. Нет, а в принципе, вы не работали с сейчас, да, мы не работали с вами, с останками не работали. Список поставщиков его где-то вот. Я пометил себе это, потому что мы говорили, я был уверен, что... Ну, хотелось бы потом после круглого стола увидеть, хотя бы где-то можно найти. Как бы мы тут не поговорили, договорились и все. Нет, ну, а мы все равно, сам факт, заражение произошло, вы так и не хотите признавать эту ситуацию. Я так понимаю, что раз вы ее не признаете, поставщики остаются. Как происходит отбор поставщиков, непонятно. Какие у вас контракты между ними, тоже непонятно. Как вы их наказываете за некачественный продукт? Пострадали дети. Виноваты вы. Как бы вы мне сейчас ни говорили, чипалы или ничего, ВАО, там, Березки или кто угодно. Виновата компания Комфорт. Виноваты косвенно, виноваты как угодно. Вы наняли этого поставщика. Почему вы не берете на себя ответственность? Кто допустил халатность? Кто запустил халатность? Или там какая-то маленькая ванна, которая плохо помыла руки, потом говорит, да какая разница? Вы возле себя собрали эту маленькую ванну, наняли Чаплыгинские, останки, на которые поставил эту воду, кто угодно. Вы же это сделали, вы своими руками, своими контрактами, все вы наняли этих людей, заключили договор с этими поставщиками. Почему вы не признаете себя виноватым? Потому что, еще раз повторюсь, когда будут официальные результаты расследования, а они будут в любом случае, потому что оно будет уже повторяться, вы знаете, не хуже меня, на каком уровне сейчас ведется это расследование. На огромном уровне, федеральном, задействованы такие масштабные силы, которых я даже во снах, наверное, не видел, не слышал никогда. Но не суть. Будут результаты, и от этих результатов уже, наверное, будет тот диалог, о котором... Какие бы выводы сделали для компании? Что поменялось? Ужесточились меры по отбору продуктов, да, по заключению контрактов, потому что понятно, что какие-то компании... по выбору поставщиков, отбору персонала или еще что-то. Поскольку же не найдена причина, и она может быть любой, да, как я понимаю. Что изменилось в политике компании? Что изменилось? Отвечаю на вопрос. Вначале сам об этом говорил. Усилили лабораторный контроль в 4 раза. Минимум 4 раза получается у нас. Первое. Второе. На сегодняшний день по письму требованию СРО непосредственно, да, мы сейчас... Мамочку, когда, кстати, был опрос, компания «Конкорд» приезжала опрашивать. Да. Кстати, да, результаты еще, где бы они были опубликованы. Я вообще могу опубликовать и даже отдать все анкеты. Я вам скажу. Что, для чего? Там что-то больше положительное или отрицательное? Я сейчас скажу. Честно, абсолютно. 86% отзывов положительных. А вы знаете, как девушка лично меня, которая опрашивала, вот она вот так взяла вот этот листочек, зачитала мне вопрос, я сказала слово «нет». На 2 вопроса ответила. Она поставила точечку, вот еле заметную, она не поставила галочку. Нет, девушка стояла, она вот так вот поставила вот так вот точечку, я ушла. Она могла напротив этой точечки в графе «да» поставить галочку. Поэтому этому вопросу, ну как бы... Я прям найду вашу ответ. Ну как вы найдете? Они были не адресные. Они были без фамилии. Все фамилии. Да, фамилии, да. Но опять же, сейчас я сказала, и эту анкету, она была заполнена не мной. Подпись я не ставила. Фамилию, подпись нигде нет. Не ставила. Фамилию не я. Вы сейчас услышали, она, да, написала. Но вы сейчас после моих слов могли взять, можете взять и заполнить ее в любую сторону, что в да, что в нет. Я ей также сказала, а пометьте, пожалуйста, что именно моего ребенка компания «Конкорд» отравила. Она, хорошо, и вот посмотрим. А почему вы не сами заполняли? Сами заполняли. Первую анкету, да, и на видео снимали. А вы у нас сняли, у нас сад прошел. Смотрите, я вам сейчас проконтролирую, да?
вообще для чего вы это делаете? Вообще я даже скрывать не буду. Самое большое количество отрицательных отзывов было в тех садах, где были вспышки. Ну, в принципе, это, наверное, было абсолютно логично. Вот. Большинство родителей, ну не большинство, многие родители, прямо на входе спрашивали у ребенка, как тебе нравится, и на основании ответа ребенка, что тоже логично, делали ставили свою подпись и галочку. Анкеты, ну, я не знаю, если там попался какой-то процент, где родители не сами свои руки писали фамилию, это удивительно для меня, потому что все отрапортовали, что не каждая анкета была заполнена рукой родителя. Нет. Я подниму вашу анкету, я надеюсь, за это там много. Так а что изменит это моя анкета? Не, 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 просто интересно. Ну, уже ничего, 80% довольны, все хорошо. Многие, очень многие родители, даже если честно, первый раз слышали такое название, как комбинат питания Гонконг. Вот это вот неплохие операции. Меня будет второй вопрос. Что значит устраивает ли как оператор питания? Что это? Вот я, например, не поняла вопрос. И мне как-то не особо смогли объяснить. А, не смогли бы объяснить, потому что это люди, это были просто... Ну, я поняла, но просто как родители... Первый вопрос понятен по питанию, но там не было промежуточного варианта, да, нет. А где там вариант, ну, средний, например, там, с учетом того, что вот мы вот лечимся. Ну, да, у нас лично в саду написали посередине, не очень. А я тоже писала, у меня все варианты свои. А они упопали статистику? Да, есть проблемы. А можно опубликовать результат? Прям вот свой вариант, например, средний, там, устраивает, ну, там, удовлетворительно. Ну, давайте так, смотрите, по поводу публикации я... Подумал, пока не дошло. Важно, не просто каждому. Да, например, за сколько процентов, но это... Ну, еще человек проголосовал. Да. Послушайте, проголосовал, опросили за это утро порядка 6000 родителей. О, так это очень интересно. За одно утро. То есть охват, ну, достаточно, в моем понимании, очень большой. Да? То есть созрела мысль, когда вот этот вот негатив копится, 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 а что же на самом деле происходит? А почему тогда не опубликовали, если это хороший результат? Я попробую подумать над этим вопросом. Ну, честно, как это будет сейчас происходить, как это будет опубликовать, нужно ли это опубликовывать по одной простой причине, что это был, в общем-то, неофициальный какой-то опрос, это был просто внутренний мониторинг для нас, для себя. Я вот больше, я просто для себя хотел понять, какая же реальная картина в округе в целом. Я думаю, не только вам это интересно, а также всем тем, кто здесь собрались. Те, кто как-то вообще контролирует этот вопрос, очень многие стали интересоваться. Вот я не знала этих проблем в питании, если они вот то. Я лично не верила тем родителям, которые ходят весь в школу, что такая отвратительная. Не, на школу я ходила в школу, да? Нас, они, конечно, не очень там на выбор, да, там, вот сегодня я еще не буду, а вот это я съем, мне это нравится. Но сейчас в основном родители все говорят, что дети нельзя. Я хотел сказать, извините, когда мы про школу разговаривали, Анастасия, могу так, да? Мне тоже будет комфортнее, когда меня просто по имени зовут. Удивляет, почему меня удивило, да? Школа 2110 и 2051. Это две абсолютно принципиальных разницы в формате питания. В подходящих ценах знают единицы в моей компании. Ну, пока я не знала, я не буду говорить, откуда я знаю. Продукты питания. Учреждения поступают по ведомостям на перемещение. Без указания цен. Я не знаю, откуда вы делаете такие выводы. И прям не то, что вы, утверждение. Я скажу, что много лет назад я работала тендер-менеджером, поэтому у меня есть знакомые в этой сфере, опыт. Вы так предметно говорите, что, нет, знаете, что Конкор покупает бананы по 150 рублей, а Пятерочка по 60. Я знаменитая, ну подождите, компания Конкор. Компания Конкор кормит всю Москву. Ваша ассоциация кормит всю Москву. Перебью. Я имею в виду все сады и школы. Перебью. Вот я терпеть не могу, когда меня перебивают, я сам перебиваю никогда. Тем не менее, прошу прощения. Компания Конкор кормит два округа Москвы. Юго-восточный и северный. Ассоциация не у нас. Ассоциация предприятий общественного питания. Она не в Конкорде.
Конкорд точно такой же член ассоциации, как другие операторы питания по Москве. Это что у вас там 15 юридических лиц, да их может быть 25 юридических лиц, они все ведут, вы замерзли, они все ведут к одному руководителю, мы все прекрасно об этом знаем. Вот скажите, пожалуйста, вот вы сами, да, не признаете вину, почему мы видим там в ваших там пресс-релизах там, или где-то какие-то обращения к родителям о том, что мы готовы выплатить вам материальную помощь? С чего вдруг вы вину не признаете, при этом вы хотите выпустить нам материальную помощь и всех нас зовете, обращайтесь, мы вам все заплатим. Хорошо, я, например, обращусь, вы мне заплатите. И что дальше, мы подпишем какой-то договор о отсутствии претензий, или что мирный договор какой-то, что у меня больше нет к вам претензий, вы мне выпустите или до свидания. Смотрите, меня зовут Максим, значит, когда вы будете обращаться, обращаться непосредственно ко мне. Да мне то не есть, хочу обращаться. Если суд решит, что вы виноваты, платите, а если нет, то... Материальная помощь, чтобы было понимание, это своего рода оказание содействия. То есть это если вы не виноваты, вы говорите, мы не виноваты, почему вы решили тогда нам что-то там заплатить, какую-то материальную помощь? Я не понимаю тогда. Это содействие, то есть мы идем как помощь, то есть оказываем вам содействие, понимаете? Мы оплачиваем непосредственно ваши расходы на лекарства, на непосредственно... Так почему вы, если вы говорите, что вы не виноваты? Не могу понять, я не вижу связи. Оказываем содействие. Поддерживаем. Это жест доброй воли, да? Но они же продолжают кормить. Я сейчас отвлекусь от... А о каких суммах идет речь? Да, вот интересно. Каждая ситуация рассматривается индивидуально в порядке. Есть определенный перечень документов. Первым это является справка о том, что ребенок заболел. Вот. Непосредственно больничные листы, если вы уход за ребенком родителей. Вот. Это номинование лекарств, чеки и прочие нюансы. Все это вместе суммируется, высчитывается, оплачивается матом и затраченного. А моральный ущерб – это компенсация. Это не в этой сфере. Это два разных субъекта. То есть компания «Конкорд» готова возместить ущерб только затраченный мной на лекарства, больничные. Не ущерб, а материальную помощь. Моральную сторону мы, смотрим, если вдруг такое случится, не будем, да? То есть будем смотреть все по мере поступления, да? Да, Сергей, вот Максим Сергеевич, в принципе, сейчас, если вы не знаете, вам продиктуют там почту, куда это обращение можно будет отправить. Вот. Вот в этом обращении пишите, пожалуйста, максимально все то, что вы считаете правильным к материальной помощи. Любое обращение будет рассмотрено в индивидуальном порядке. Моральное, психологическое, не знаю, там санаторно-курортное лечение, как может быть, если там было тяжелое протекание, как вы говорите, я не знаю, я когда об этом говорю, я заикаться начинаю, потому что у самого дочка такая бегает, и у 90% моего персонала дети ходят в сады и в школу Юго-Восточного округа. Поэтому проблема очень большая. Извините, а до какого времени, допустим, это выплата? Вот у меня ребенок еще неизвестно, то есть еще май, еще на полгода. Вот у меня ребенок болеет практически уже полгода. Прямо вот вы сейчас напишите, и вот эту цепочку, которая предполагаемая будет устраиваться. Лечение есть, значит, прилива. Лечение еще, сейчас вот мы выписали в третий раз, повторюсь, в больнице. У нас там лечение, дешевые лекарства, и это во-первых. Во-вторых, и там как бы их еще и достать тяжело, вы понимаете? И у меня ребенок Новый год был с уколами антибиотиками. День рождения он в больнице у меня отвечал. Вы как родитель, вы понимаете? Да. Да. А вы знаете, я... Вот то, что есть на сегодняшний день, вы же, в принципе, понимаете дальнейшее течение ситуации. И рассчитать определенные там финансовые издержки, расходы, которые... Вот они сделают не в деньгах, но дальше ребенка везти в сад. У меня выпускной в мае. Я не знаю, это пойдет на выпускной или нет. Мне первый класс в этом году. Как она восстановится к первому классу? Вот вы меня как родитель поймите. Родитель, я вас как родитель понимаю. Я вас понимаю, если я не знаю, когда начинается
кажется. А вы знаете, что по поводу скопии? Тут 7 лет ребенка упоминала гастроскопия. А я при всем там присутствовала и видела это все. И у меня выписки есть все эти больницы. И как у меня дальше ребенок будет жить с этим психологически, тоже ребенку, как это все? Это все очень страшно. Мы хотим водить детей, мы хотим быть уверены. Мы детей отводим, мы доверяем детским садам, школам. И мы хотим, чтобы наших детей не травили. А получается так, что мы теперь вот просто выбрали жизнь на 3 месяца. Я лишилась работы, я неофициально работаю. У меня все, меня уволили с работы. Меня уже никто не ждет. Вот, вот как? А компания «Конфой» не виновата. Ну как? Компания не виновата. Никто не виноват. Давайте так. Да. Вот. Готовы поддержать в данной ситуации. Ну, знаете, а если вот моя соседка, у нее тяжелое материальное положение, она пойдет в компанию «Конфой», вы ее поддержите? Ну, конечно, нет. Значит, вы чувствуете за собой вину, правильно? Я не могу и не буду этого делать, приносить извинения от лица компании. Но искренне по-человечески от своего имени, я вас, может быть, не понимаю так, потому что я не пережил то, что пережили вы, но как родители я вас понимаю просто. Мне мурашки по коже бегут, честно. Я крайне приношу свои извинения, глядя вам в глаза, если кто-то нас смотрит. Как физическое лицо. Но смотрит сотни людей сейчас и задают тоже вопрос. За то, что просто вот... Моя фамилия, когда говорят «Конфор», понятно, что звучит моя фамилия. Как физическое лицо, я вам искренне приношу свои извинения, что мы в такой оказались ситуации. Вы, соответственно, в другую сторону получается. Ну. Самое главное в этой ситуации, что будет, что сделано для того, чтобы это теперь самая главная задача. Абсолютно, потому что абсолютно в этот раз пострадала, ну, условно, там, подсчеты у каждого государства свои, у Следственного комитета свои, у вас свои, у нас свои, да, там, огромное количество детей. Да неважно, даже один ребенок пострадал. Это жизнь ребенка, которая как бы бесценна, да, что делается, будет делаться, чтобы этого не повторилось. Вот что самое главное. Насколько ужесточен все вот это. Понятно, что все это слова, да. Вот вы говорите, что есть какой-то контроль в нашем детском саду. Ну, вот я мама пострадавшего ребенка. Очень активный, да, так скажем, товарищ в нашей группе. Но мне никто не подходил и не говорил, что ну, войдите в состав там, родительского контроля, да, чтобы вы ходили там. Я даже готова сделать медицинскую книжку, чтобы ходить и лично проверять, что готовит. А директор у нас не выходит на связь. Ну, нет. Лично директор в нашем комплексе обещал встретиться со мной еще в январе месяце. Сегодня, 2 мая, я его не видела. Я опять же не могу отвечать за представителя образовательной организации, но я предполагаю, что этот вопрос о включении вас в комиссию может быть решен. Да тут осталось-то по факту-то, у меня ребенок выпускник, осталось без года неделю, и он станет выпускником этого детского сада. Другой вопрос по питанию. Вот на тот момент, ну, дети, да, многие, которые вот переболели, да, они до сих пор там восстанавливаются, у них там не восстановленные кишечники и там прочие какие-то проблемы. Вот они нуждаются в диетическом питании. Вот есть возможность организовать какое-то специальное диетическое питание, там, ну, по показаниям, соответственно. Но раз вы уж его поставляете, то будьте добры тогда и поставлять для тех, кто нуждается в каком-то другом. Ну, я не знаю, не будьте добры. Я понял. Есть ли такая возможность? Смотрите, такая возможность ограничивается очень многими рамками. Тем не менее, такая возможность есть. Но это возможно организовать? Нас ограничивают очень сильно типы пищеблоков. Да? Здесь пусть не пусть, вкратце, их множество типов пищеблоков. Есть пищеблоки, которые позволяют осуществить приготовление пищи по двум рационам, соблюдая все технологические процессы. Самое главное – это пересечение потоков сырой готовой продукции. Это там, где
самый большой фактор риска обсеменения продукта, да? Потому что сырая продукция это сырая, там она может быть готова продукция, там уже в принципе практически исключено. Не буду углубляться в эти все моменты. Я есть пищевод, который просто не позволяет готовить два рациона одновременно. Это первое, что останавливает. И в садах, что очень во многом, к сожалению. Вот. Второе, и что мы можем, в общем-то, сделать, ну, опять же, не буду говорить, можем нет, потому что это, наверное, будет не рамка контракта, это индивидуально, вот абсолютно индивидуальный вопрос, потому что все-таки диетическое питание, оно больше идет к разряду лечебного питания, чем общественного питания, детского, сейчас прошу прощения. Ну, то есть в рамках детского сада это нереально? Давайте мы вот так вот скажем, мы к этому вопросу, я готов разговаривать по этому вопросу и прийти к определенным решениям, но это должно быть не на сегодняшнем собрании, потому что это определенный исключительно индивидуальный вопрос каждого ребенка и каждого родителя. Мы готовы, в общем-то, обсуждать, но это, в общем-то, не вопрос главный.